Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Мы находимся на линии 29, павильон 59, итальянские сумки у Оксаны. Так, это номер нашего павильона. Контактные телефоны в Телеграм, в Ютубе мой и Алин номер телефона есть. Посылки готовы. Все. Всем привет. Болтается, это уже палка, селфи наша туда-сюда. Смотрите, там надо будет приблизить чуть, если надо, или так будет. Нормально. Так. Все, девочки, всем привет. Так, ну давай начнем. Сегодня что у нас? А сегодня у нас сборная солянка. Все хорошо. Все покажем. Так, давайте. Вот, девочки, давайте начнем. С буйволов. Смотрите, вот это премиальное качество, это нет. 5500, 10500. Ну, что я хочу сказать. Мне, если честно, вот это здесь пошив вообще даже нравится, ну, больше. Вот как сделаны вот эти за 5500, это вообще просто, настолько идеально. Я думаю, что это, скорее всего, потому что вот сам хозяин фабрики, он отшивает только эту модель. Редко бывает заказ на какую-то другую. Ну, вот он, и уже как, рука набита. Конечно. Все там, у него все вот от и до. Ну, это премиальная фабрика. Она больше рюкзаки, сумки, все. Ну, иногда вот и такое вот. Поэтому я заказала только два цвета. Папайя цвет и красный. Это потому что ярко-красного цвета такого нет в этой модели. Ну, вот закупочная цена, видите, разная. Разница, да. Ну, фурнитура там немножко вот такое вот отличается. Но по качеству ничем не хуже. Ничем, да, абсолютно. Нет. Вообще не, даже нисколько не хуже. Не отличишь. Ну, вот мне здесь, если я говорю сразу, мне вот сам вот этот пошив, работа мне даже больше нравится здесь. Чем это шьют люди, отшивают также люди. Да, здесь, конечно, идет кожа, фурнитура. Хотя, я говорю, здесь кожа тоже неплохая. Ну, вот это сама по себе идет немного подороже. Ну, я не знаю даже в чем. Ну, как бы. Мне кажется, там и кожа чуть помягче, нет, примерно. Ну да, может быть. Ну, здесь, знаешь почему? Хотя тоже идет поролон внутри. Здесь тоже он идет. Не знаю, но он там потом разнашивается, становится мягкая. Ну вот, шикарная. Как есть, так я и говорю. Не от того, чтобы там нахваливать, вот что премиальные, там вот все. Ну, не хуже. Ничем не хуже. Рюкзаки, да, вот рюкзаки отличаются очень сильно. По поводу начинка, сумки под ноутбук, допустим. Ну, такие там сумки женские. Очень, там начинка, там все от и до. Здесь я просто, ну, кому-то если принципиально цвета там, или кто-то прям вот хочет премиальное качество. А так я не вижу смысла настолько переплачивать. Конечно. Ну, то есть я еще раз говорю, только из-за цвета можно. Нет, потому что в этой фабрике нет. Пожалуйста. Тоже, да, некоторые думают, что там что-то будет, ну, другое. Лучше. Ну, я говорю, мне даже нравится. Там просто цвета красивые очень. Ну, их нет в этой расцветке, да. В этой, на этой фабрике они не работают с премиальной кожей. Но каждый хозяин работает со своей, где-то, ну, закупается на определенных фабриках, ну, кожи. Ну, может, договор какой-то там, может, ему там. Может быть, конечно. Так, вот так вот. Здесь одно отделение, здесь такое вот. Эти по 6800. Кстати, давай я покажу. Вот еще. Ой. Ну, вот. Также отшивают. Вот это уже, вот он, это с другой фабрики. Здесь, да, вот оно. Все покорёжено. Видно, она покорёжена. Неровный клапан. Нитка не в тон идет. Смотрите, нитка размер светлая. Неказисто. Да, вот она смотрится. Видите, вот здесь вот, скорее всего, соскочил станок. Если бы сравнивать те, ну, конечно. А вот то, что я говорю, вот это лотос, ой, этот ирис герб Флоренции. Видите, тупой, тупой. Здесь он идет такой остренький. А, у нас вытянутый. Да. И все, и он с набивочкой идет. Ну, а это вот из набивки. А у нас идет именно это, чтобы не было вот этого. И здесь еще... Заломы. Здесь там еще сильные. Нет
Вот здесь я не знаю, поролон. Ну вот он идет. Ну там поролон, может быть он тоненький. Есть, но какой-то он. Жиденький, да, жидкий, что-то. Да. Ну и внутри. Ну, опять-таки, я говорю, это фабрики, которые не занимаются вплотную конкретно. А вот этот прям для него, он для duty free отшивает. У него большие заказы, поэтому, может быть. Поэтому и качество такое шикарное. Так, смотрите, здесь есть вот такая перегородка. Цвета будут Telegram. Цена 6800. Вот такая вот. Далее. Вот такое идет 11500. Смотрите. Отделение показано. Здесь уже подкладка, да, все положено. Да, с обратной стороны карман. Здесь тоже есть карман. Прям только. Так, сумка трапеция, перегородка, есть длинный ремень дополнительный. Закрывается, здесь пленка защитная, видите, на ручке идет, ручку эту можно снять, здесь кольца снимается очень легко, вот, сгибается и можно снять, ну, не проблема. Ну, да, можно. Снимать. Это... Так, что такое? Цена 5200. Вот такая. Также есть перегородка. С обратной стороны кармана нет. Геометрия. Цена 5200. Вот такая модель. Смотрите. Длинный ремень. Такой шопер. Шикарный шопер. Цвета. Все в Телеграм, размеры, девочки, все в Телеграм, смотрите. Под каждым роликом есть ссылка, в Телеграм есть ролик, вышел, Татьяна также пишет ссылку на все модели, что были показаны в ролике. Ну, не сразу, может быть, там час-два, может, если занято, может, к вечеру написать. Но все равно будет, в течение дня будет. Так вот, ну, я говорю, они все есть в Телеграм, если поищите, можно все найти. Вот такой, и так рюкзаком делается. Стянули. Он рюкзак 6800. Вот такой сумка рюкзак такая вот. Винтажная кожа, да. У нас 9000. 9. Вот эту сумку мы давно не показывали, у нас тоже сейчас на два отдела идет. Вот цена 8500. На молнии застегивается, с обратной стороны карман, по бокам карманы. Так, дальше Рэйчел. То есть, вот, подожди, давай мне другой цвет, любой. Ага. Смотрите, вот этот 6000 в блеске идет, в металлике. 6500, сама кожа идет дороже. Кожа флоттер, это не фольга, ничего. Вот у меня такая же, я говорила, в цвете марма. Очень удобная, очень удобно. Карман. Ну, я люблю с клапаном. Я не люблю на молнию закрывать. Хотя молния есть, но я не закрываю такой карман. Такая Шанель. Под Шанель. Ну, мы называем как. Там тоже перегородочка. Перегородка, цепочка длинная делается. Ручка короче, длиннее. Цепочка в две складывается. Либо можно в одну через плечо. 4800. 4800, да. По 5000 вот эти, это акация. Цвет цвета есть Telegram. Смотрите, но на ножках идет. С обратной стороны карман, конверт на три отдела. На них цена не менялась у нас. Так, потому что, ну, цвета есть все, но сейчас, если просят на отшив, это будет ценник совершенно другой. Но у нас они по 5000. По 5000, это еще старая, да, цена осталась. Вот смотрите, под шампанская сумка. Тоже есть еще, а это все, один длинный ремень и такая коротенькая ручка. Тоже, если их сейчас отшить, уже ценник будет другой. Это пока старая цена, но может. Еще, ну, я говорю, цена уже будет другая. Так, буйволенок маленький. Цена 4800. Все то же самое содержимое, как в большом. Мини-кошелек, все, паспорт, все сюда входит. А вот Рэйчел был черный. Так, такая модель. Цена у нас 9000. Да.
Смотрите, длинная ручка есть еще. Но опять-таки, вот хочу сказать, что, видите, длинная ручка есть, ремень длинный есть, но было такое, не на каждой есть вот эти, не в каждой сумке, именно в этой партии есть вот эти петли. Да. То есть вот так. Ну, я считаю, что у нас здесь и не надо, поэтому вроде ремень есть, но этого нету. Но цена все равно не меняется. Вот кому надо, так. На некоторых есть штучки эти. Даже в некоторых цветах есть, некоторых. Да-да-да, попадаются. Не сделали, видите. Так что и здесь карман идет. Такой вот хорошая модель. Так. Вот это есть у нас в цветах. И то расцветок немного. Черный, шоколад, там, марсала цвет. Бордовый, да. Да, есть перегородка. Здесь кожа флотер. Флотер – это бычья кожа. Вот эти дно на ножках. Карман. Цена у них 6500. Вот такие скошенные. Ну, это палочки 2, но мы скошенные бока называем. Красотки. Да. Смотрите, перегородка, длинный ремень. Причем они по формату практически одинаковые. Форма разная. Разная. Здесь вот если бока вот эти скосить, вот это вот... Ну, литраж одинаковый будет. Да, все то же самое, с обратной стороны карман, все, они по 6500. Угу. Вот за счет того, что вот здесь вот скошены бока, она кажется меньше. Вот на любой рост может подойти. Да-да. Вот в этом преимущество этой сумки. Так, бочонки. Бочонки у нас такие 8000. Есть длинный ремень. Две ручки. Так, идет карман. Ну, внутри одно отделение. Ну, там потайной. Кармашки с одной, да, вот с другой стороны. С двух сторон идут кармашки. Угу. Видите, вот так вот. 8000. И премиальное качество. 12500. 12500, да. Это вот модель. Вот это прям конкретно под Louis Vuitton сделано. Вот она, ну, она есть у нас в Telegram в открытом виде. Да, длинный там ремень. Много расцветок. Прям все показано, как что это для тайма отшивали их, ну, для этого бренда. Вот этот бочонок черный. Так, такая сумка. Такая чисто женская классическая, да, 8500. Модель. Формат идет, да, с обратной стороны карман. 8500. Ну и в завершении у нас. Так. Вот. Карфолдер. 1500. Вот такие вот лаковые. По мини прям. Угу. Также 1500. Карман есть. Обложки на паспорт 1500. Есть на один паспорт, есть на два паспорта. Ну, черные, цветные, также фото в Telegram будет 1500. Кошельки Буйвол мини 4000. И такой кошелек 4500. Все. На этом все. Девочки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал. Ролики, еще раз говорю, выходят и в Telegram-канале, и в YouTube-канале. Все, всем пока. Пока-пока.